Всем привет, друзья, меня зовут Глеб, вы на канале Шара Геймс, и сейчас мы посмотрим, как скачать и установить Black Squad. И сразу к делу. Для вашего удобства под видео есть ссылка. Перейдя по ней, вы попадаете на официальный сайт Black Squad. И первое, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку «Установить Black Squad». В данный момент вы качаете лаунчер For Games. Выберите место установки. После чего перейдите в папку, куда скачался лаунчер Black Squad. Запустите его. И сейчас произойдет установка For Games и Black Squad. Выберите папку, куда бы вы хотели установить игру. В моем случае это диск D, папка Games. Пишет, что размер игры 6 гигабайт, почти 7. На диске у меня доступно 28, так что памяти у меня хватит. Создать ярлык на рабочем столе мне не нужно, и я принимаю условия соглашения. Нажимаем кнопку «Установить» и ждем, пока клиент игры установится. После установки вы либо входите в аккаунт, который у вас есть в For Game, либо регистрируете новый. Регистрацию можно произвести с помощью Google аккаунта, Яндекс аккаунта или Mail аккаунта, выбирать только вам. Или же создать новый абсолютно через другую почту. У меня уже есть аккаунт, поэтому я войду в него. После того, как мы вошли в аккаунт или зарегистрировались его, мы попадаем на главную страницу игры в лаунчере. И сейчас вот справа вверху у меня показывает процентное соотношение установки. Дожидаемся окончания загрузки. И после того, как игра установится, вам всего лишь нужно нажать на кнопку «Играть». Но перед тем, как нажать на кнопку «Играть», я порекомендую вам наше видео. Если вам нравятся шутеры, то вам понравится игра Калибер. Да, она еще не вышла, но в наших видосах вы можете ознакомиться с тем, что вас может ожидать в этой игре. И решите для себя, ждать ее или нет. Ну а мы перейдем к Black Squad. Нажимаем кнопку «Играть». Нажимаем «Ок». Это античит. Он как бы запрашивает доступ к данным. Если у вас нет читов, то вам нечего бояться. Вот, собственно, и все. Здесь у нас есть небольшое обучение для того, чтобы новички могли быстро окунуться в бой. Но так как я уже все знаю, я сейчас вам все объясню, как зайти в первый бой. И интерфейс здесь не очень дружелюбный к новым пользователям, я вам объясняю. Есть такая штука, кнопочка вот внизу, быстрый матч. Нажимаем на него, нажимаем быстрый матч и выбираем миссии, которые вам понравится. Есть ивент миссия 16 на 16, где нужно разрушать точки других игроков и защищать свои точки. Есть выбор дня, эта миссия обновляется каждый день, сегодня это только штурмовые винтовки, то есть в этом режиме доступны только штурмовые винтовки. Есть командный бой 8 на 8, подрыв 5 на 5 и подрыв 2 на 2. Выбираем режим, который вам нравится, нажимаем подтвердить, нажимаем старт, и в этот момент игра находит вам комнату. Когда она найдет, вы заходите в игру и играете. Ну и в принципе все, это элементарные действия, которые нужно сделать для того, чтобы начать играть в Black Squad. А на этом у меня все, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был Глеб, и до встречи в следующем видео.